Игра свежие маты, трупы. О, блевотину. Я выхожу, на. Короче, мы предупредили. Как? Я выхожу. Я выхожу. Давай. Нажмите любую кнопку. Так, любую кнопку можно нажать. Вот это графон, я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это у меня работает. Смотрите, как... Доброе утро. Это нормально, что мне... Моя мама мне как собаки, как будто я заключенный в тюрьме, под дверь, блядь, хлопья бросает. Я поешь. А почему стул, на стул натянули рубашку клетчатую? Ладно, короче. И кровать такая же. Ебать, кавает. Ты чё, долбёб, на пол-то всё бросил? Алло? Одевайся. Ёх! Переоденься. Ну давай. Возьми рюкзак. Давай. А хлопья так и оставить на полу, да? А мать меня потом не отхочет. Еохан? Еохан ВСЕО. Нормально, кстати, дом. Ну, кух. Здрав, Филипп. Здорово. Мне вчера только файні вечері принесли. Ты само офигеешь. В школе покажу, как прийдемо. Потом і маємо буде обвязно пранкувати Агату. Зачем пранкувати Агату? Одіграємо за вчерайно. Хорошо. Єбен, не могу трепети до школе. Представ, мне дарували магнетофон. Да ладно. Фига. Покажи. А, реально, вон. Файні. Нет, включил какую-то. Давай шамана лучше, не знаю. Ебать, жесткий тип. Ну ты жесткий, да, рокер прям. Вчера у нас были гости. Да выключи, я тебя не слышу. Они приносили наши, у меня не клубничный кекс. Дай мне клубничный кекс. Ой, тебе удалось точить мне хоть бы один? Да, дай один мне. Разумеется, ты. О! Только ты там возите, я все едаю. Чё? Ты если какаска. Ты какаска, б***ь. Будь я тебе целушка, ты видишь. Да выключи нахуй свою парашу, ёб***. Ну-ну. Иди нахуй, короче, просто, блядь. У меня уже башка болит от его параши, ёб***. Конченый просто, блядь. Это болгарский? Охуеть, я знаю болгарский, оказывается. Потому что я все понимаю. Если это реально болгарский. Это польский? А, ну значит я знаю польский. Это межславянский? А, даже так. Ну и хуль ты встал. Идем. Зре каковая грен. Что? Ух ты. Полож тутой вес на стул, допока он не пришел. Что это за херня? А, подушка-пердушка! А куда? Какой именно стул-то, блядь? Какой стул? Я чё-то не понял, ладно. А, вот. Юстас перданул. Красовче, Филипп. На наступную премию мы пренкам Агату. У меня уже все готово. Чуть-чуть потише. Агата Варга. О, где? Агата, мне вчера поведели о том, что ты если делала. Что? Я то была самошум. Ничего и слышать не хочу. Dneš já jsem pozval i vse povědu tvojemu otcu. Nehaj on razrieba je. A mě ne do toho. No. Kavo? Molče ty. Prodolže ty. Gabriela Drobny. Ovde. Žiroslav Ivanov. Ovde. Kto? Gustas Klein. Ovde. Filip Melnik. Ovde. Johan Novak. Ovde. Olga Ševčenka. Ovde. Kto, blядь? Ну, все ту, to je dobro.
Гляда, Куплинов надо доской висит. А я? А меня повесить? Ну, над доской имеется. Спой, что я ЕСМ принесл сегодня. Что принеси? Ухо ты. А может пробовать? Не ах, то и за пренку. Да, блядь, ты забрался в пранками уже. Трогни газерву и предложи Агате. А что там, моча? Ля, сука, меня здесь нет, да? Ну, понятно все, ну, понятно. Ну, понятно, все понятно. Ну, ладно. Хочешь газировки? Не. В смысле, не? Ну, пробуешь. Филипп. Чё? Тут ты на обедач? Не. Не. Значит, Йохан. Мне за туто идиота тут час отец покарати. Твердě покарати, Филипп. Ти можеш ми помогти звротити з тої ситуації. А како? Ако мой отец тобі звоні, ти можеш ли повєті, що Йохан лгав? Ну, добро. Хвала тобі огромно. Добро, дай ту свою газовку. Ах ти курва! Бля. Я скоро буду. Чекай мене, добро? Так, ладно. Почекати мі. Я тако застарити. Я свими днеш не йду. Треба успєти до дома. Ну ладно. Пам'ятай. Ако мой отець дзвоні, то Йохан все наврал. Інак мене задут взбучка. Ага. Добре. Добре, добре. Дякую, Філіп. Чао. Чао, чао. До побачення. А где хоррор? Не минуло и полгода. Брехня. Чекамо на Агату? Не, вона біжала до дома. Ну, добро, идемо. Ну ладно, только не надо свой радио, хорошо? А что я ЕСМ тут, честно? Она говорит, что ей отец покарати за то. Ну и добро. Ако би нас с тобом не покарати... Покарати? Он ей жестоко покарат. Да не брискай. Она попросила мене казати, что ты лгане. Кому казати? Ей отец. А что за машина тут стоит? Что такое? Что такое? Не говори ему о мне ничто. Чему? Чему? Я ЕСМ с ним был в терке. А како есть Агата? Та норма все с ей буде. Что се бал? Она есть его дочерка. Хованский? Своє дітетно обично казнет не тако сильно. Можно, он само кричи на ню, дай все. Не тревожити се. Она есть сила девчина. Як ста девчина? Хрен зна, приятель. Як ста приятель? Филипп, кто тобі є з дороги, я или Агата? Мама. Чо? Що такое? Бобер! Бо... Что? Бобер! Курва! Бля... Бобер! Бобер, я пердоле! Що за хуйня, блядь? Эй, Бобер, ты где, блядь? Вылезай, сука! Мой отец некако делал страшило бобра, але та курва не взяла его при приезду. Да ты капибара, блядь, вообще была. Ничто, я собі тако потом сделати. Я уж на щурках практиковал. Да. На чому? От них воняє ще. Чому? От тебе воняло. Кого, блядь, чого они вообще хуйню куда обсуждают? Да, ты само завистишь моему природному деколоне. Чё, блядь, за смех? Долго они ходить будут? Где хоррор? Сегодня без звона. У мене дела. Пока. Пока. ББ. Так, домой, да? Чё, меня сейчас мать накажет или что за двоечку? Я и сам двоечку... Ладно. Да. Так, то есть у него дома даже компания. Пиздец, как он вообще живет? Скукотища. А? Ты если не безглодный, просетко! Да ты задолбала, блядь, мне под дверь эти хлопья бросать, санны. Я не поросеночек, блядь. Я в ахуе. Да кто мне ночью звонит, долбоёб? То правда же это мало звенел, Ганне? Извините, Вилком. Что? Как зовите то грязин? Батя? Йохан.
Последнюю остую ёбку не было достаточно? Чего? Кровь гнила голову того пиздюку. Осуждаю! Да правда, что то ощущение налгала? И мне теперь с тем говном ебать. Зеленский? М? М? И шо говорит, как Зеленский? Если тихо. Ты то хочешь достать? Агата, все лгаты. А? Ты мало курил. Я сейчас не понял, а что я там был, блин? Кто скулит? Бля, минус Агата. А-а-а! Что я наделал? Ну и чё ты трубку-то, блядь, будешь бросать? Чё ты встал? А? Ого. Так, ладно, окей, ебать. Блядь! Ты затрахал уже. Давай, звони. Да я уже в курсе, блядь, что минус Агата сдохла, да? Батя ее порезал или что? Да ёб! А голову ты не забыл? Такова мора. Что се стало? Мне в окно иде огромный камен. Да ебаně. И хлапец орал матом. О. Маты пошла с ним распознавати. Делала что-нибудь корисно. И ты знаешь, кто то был? Кто? Отец Агаты. Филипп, ты му мене поддати? Priateľ, bolie ti povierati. Ja jesem se jedno uznati. No to je Agata. Ja jesem ti včera aj govoril. On mi telefonoval a ja mu govoril, že Agata vse svrgla. Ja vieriu tobie, brate. Vidieti tutoj Alkas riešil na vse odigrati se. Dobro. Ačkoliv kamenem mene nezadal. Nu i suka bliat. Mne ne tako lekko zastrašati. Tu daevu. Да. А куда ты радио свое... О, что с тобой, блядь? Ты запнулся, что ли? Куда ты радио свое дел? Сука, блядь. Я вчера и смогла уловить и приедешь чур. Ого, а как? Она я упала в одну из пасти. Я ей сму успел до конца и с ею играти, допока я ей не мог кануть и конечно. Да ты что с... Збуши, вероятно, поновно было? Да не, она воня ей дость сладко. Кого? Не то, что от тебе, брате. Фу. Ты охуел, что ли? Вам поновно отключили воду? Да не. То моя личная аура, треба затмить твою. Да что за смех такой странный? Красавец. Блин. Как будто ему вообще 2 года. Чисто младенец. Гляди, Жирослав оставил свой сок на парту. Кто? Имаешь с собой какого? Помидорный. Фу, мерзкость. Он и порабатеч то ли был? Алло, там матный база. Послушай, а то есть отличный вариант. Заменимо твой сок на его? Тута прескок буде. Гюстаж говорил, же он не люби помидарану сок. Он само обплює се. А ты попити в концу вкусный сок. Звучи како план. Ну давай попробуем. Он же тупой не за... А чё ты выкинул-то, блядь? Агата Варга. Овде. Габриэла Дробный. Овде. Жирослав Иванов. Жирослав? Блять. Ой-ой-ой. Жирослав, да, бля, опять, сука, смех двухлетнего ребенка. Можно ты пойти дома и отлежати? Да не, пани Вишневску, едино невкусный сок из пяти. Бля, чел, тебя домой отпускают. Да, помогу ты приучиться. Мог бы домой пойти на халяву. Что, дай ему наставим призвеч? Гюстас Клейн. Овде... Филипп Мельник. Овде. Овде. Йохан Новак. Овде. Ольга Шевченко. Овде. Овде. Все тут. Добро. Вы почекай.
A já napisu na doskě, že my budemo prohodit se godňa. Tak, anglický jazyk, o. Sporo, ty nepadneš v paní Višněvsku 3 razy papírkom. No, ako ona neběží, to i mají vše šance. Krsavec. Děti, neraz pustcatý, prosím. Что если тебе в ебальник дам? Ну ладно. Хотя... Че, бля, вообще что ли? Я не понимаю, это ж просто бумага, а не какой-то камень. Воу-воу-воу-воу. Как же вы заебали. Во! Раз я сам терпела ваши тупие сранье зарты, потом учто верила, что у вас сет тхоти капья гриобаной деброты. Каждый дзене мене чекати толко срана и больч и разочарование. Це я надею, что хоть бы было, надею успешение, сров вас маленьких сволечею. Но вы и так и ей безчне мрази, как и вы сет титой юбаный мир. Се ноги мои здесь больше не будете к чертьям собачьим. Да за что? Красава, Филипп. Отлично сученствлено. Что за звук? Что это, блядь, за звук был? Что это какой-то... Приятель, да. Мне потребно, аби ты отвлек Агату, док я приправим пранк. Ты ёбаный пранкер, блядь. Как ты задолбал уже? Ну и что я должен сделать? Агата, поздрав. Если ли ты глядела вчера мультиковый по телевизоре? Не. Телевизор едино за отца. Я такоже не глядал. Мультики су дететны. А, да? Агата, твой отец, он е вельми страшны. Я знам. И? Добро, урок скоро буде починати. Час на свое крае седити. Так училка же ушла. Или там другая будет? Весело было, да? Да? Бля, ёбнутый какой-то. Кто от вас, Гроневой, приведл пани Вишневску до... Боже, то какий ужас! Агата, отврати той своей партии. Агата, ты еси глуха. Я имею напад. Какой приступ? Ну что ты будешь делать с теми детами? Че, блядь? Филипп, вы лично живете около? Водите Агату до дома. Нехай ейный отец всего то реши се. Добро, пани клубника. А сад признайте, кто приведл пани Вишневску до Солза? Не я. Прек с мишами был презмерно. Склосно. Да. Йохан, престарати се. Já a količ to nevěděl, že on tobě podsunut mrtvou ščurku. Osuždaju! Kovo mrtvou, bláď? A nápad? Pes je nepříjemná, ale já viděla i gorší. Nerozuměl. Ty lgavaš, že ty i máš napad? Čo? Jedva neželala sjedati na úroke. Dopokav se budu tklenti za paní Vysněvsku. Je vácho, bláď. Kokoj to Jegor Šip, ještě kýt slova upotřebujete zde. Jdemo, igrati se? Куда ты? А как бы привезти тебе до дома? Я не хочу дома. Шутя. Идемо играти. Куда играть? Так как? Ты можешь загладить свой кривню за щур. Чего? И за все остало... Ну что ты повечешь? Я... Лё, мурда, бля. Бобр, курва! Йохан, курва! Че за хуй? Ты тут какого черта? Чё, блядь? Пропустил... Я гляжу, что Агата есть в порзонтку. Смеяя се уж. А я есм желал было просить извиня за чурку. Никогда дай, блядь! Не есть поздно. Агата, драги, я есм не из зло. То было из-за шале. И в отплату за то, что твой отец разбил мне окно каменем.
Da, mi idemo bistro, dopoka ne zažegli mene. Ja znaju odličnu poljanku za igri. Ну, пойдем на полянку. Кто это? А когда там уже что-то стрёмное, страшное будет? Или да я так всю игру? Йохан, меня из-за тебя отец побил. Бити значит любити. Тута ти порости и поймати. Мы все проходимо се тутим. Brzo ja sam glupu groši i pobjeg od toj suki nazad k batje v grod. Čivo? A kako jesmo? A hoćete li vi i ja vzmuti s soboju? Ja bih vidjel grod. Ti jesi li ti se vsim sposobni vzbrati nas s soboju? Isto, imaju jedinu ideja. Interesno, šo oni šest tut na etoj poljanki budu djelat? Tuta i prišli. Davajte igrati v hovatki. A, v prijatki igrati. Čur ne jesm. A, blin. Вставай у ток древа и почин счисляти. Я? Найди Агату и Охана. Ой, бля, ну... Давайте попробуем. Чего, блядь? Нашел. Охуеть, а это что, типа она спряталась? Или он? Он. Где? А, вот здесь, наверное, да? Шо это, блядь? Тоже ничего нет. Точно? Точно. Пропустил там. Где? В машине? Где там? Шо вы меня разводите? Суко. Да суко! Да блять, куда ты залез-то в кусты, дебил? Так, я что-то не понимаю, я ее не вижу. Где? Я уже вернулся обратно, туда дальше нельзя. Это где-то здесь надо смотреть. Ты, сука, проститутка, блядь, ты где? Вылезай давай. Если... Вот я ж тебя не найду, хуже будет. Я тебе такой пранк сделаю. Я тебе такой пранк, блядь, сделаю. Пожалеешь. Найти. Ау. Чурне я возим. Чурне я смя. Я не хочу водити. Да добрый тобе. Ничто страшный не будет деяти се. А Йохан будет наступный, дабы было честно. А не буду. Спрятаться? Почему они всегда вдвоем остаются? Что они там делают? Ну вот могу в будку залезть. А, блядь. Сюда никак, да? Что-нибудь не есть такого? Пеше более проверите. Чего? Что-то не так? Проведут? В смысле, что? Чё, блядь? Какого хуя, Йохан? Ты завезл ей шнурки? То есть само шала, брате. Она тут час встає. И чё, чё она упал? Не здає, вона не дихає. Йохан, то наест все смело приємно. Споткнула, шо ли башку ударил? Твои жертки исходят, блядь, из-под контролу. Чекайте, что пить делать? Йохан, нам есть потреба помочь тебе возрастли. Ты поступ за него, а я бегаю к пани клубнике. Какая-то очень странная хуйня. А, я понял.
Беги в школу к пане Клубнике. Блять, ну серьезно? А в какую сторону бежать? Сюда, да? Страшно, выруби. Нет! Я до конца дойду. Я сюда побегу. Блять, нельзя. Помогите! Помогите! Пане Клубника, там Агата ударила головою о камень. Какая мроза треба быть, Филипп, аби постарати тако с мене? Чего, блядь? Просим, то судце отбили случайно. Ему есть потреба помогти. Я есм боязны. Како мене заебали ваши жартки. Пане Вишневску, вон, уж довели. Всеш уроки сад суд сливати се на мои рамени? Пане Клубника, прошу! Да ми похуй на твою прошу! И свой глупи гловеским всяко не схвачате, что ви створил. Просим, я есм много жаль. Я прошу, помужте! Вторна ваша засмешка. Я не буду покушати в том розбрати се. До затвора школы остаешь в классе и помислиш о своему понашанию, мали спинозраз. Охранитель тебе и спусти, когда наступи час. Пане Клубника, никако против речи! Охуеть. Меня в школе заперли по итогу. Классно, блять. Проведай Йохана и Агату ночью в лесу, а может быть, не надо, блядь. Он что, дебил, реально сидел все это время, не мог через окно вылезти. Идиот, сука. Живет, блядь, в деревне, ходит в деревенскую школу, не мог через окно вылезти. Дебил. А еще и дверь была открыта все это время. Я того, Роуд. Ну не идиот ли? Куда бежать-то, блядь? В какую сторону, я уже не помню. Сюда. Это что такое? Кустик. Нет, не туда. Ё-моё, почему тачка-то, блядь, передвинулась? Она же там стояла. Я поэтому туда побежал, потому что машина... Что за звук? Или мне показалось? Машина тут была. Так. Да, блядь. А-а-а, вот. И Охан. Агату. Вы с ее? Опачки. И мою надею, что с ним все в реду. Это что это? Это треба вызвать Йохану, когда до дома прийду. Во. То есть так, окей, их здесь больше нет, да? И надо просто вернуться домой. Ну ладно. Кровавый понос. Бля, плохая концовка. А что я сделал? Чё за хуйня там бундит? Чё? Урва-бобр, блядь. Бор-бар-бр-бур-бр. А если я подойду? У меня... Прыгнет на меня? Беги, блядь! Блядь! Чё за хуйня? А-а-а! Не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся, не... Тут нет уже никого. Соседская собака. Треба пробовать и звать Йохану. Бля. Господи, блядь, звонок как в Чернобыльской АЭС. Ну алло! Он алло, это ВПЩ-2. Пиздец. Вы не безгладны. Я вам принесла едати. Вы? Ты о ком, мама? Че? Кто меня подождет в моей комнате?
Не понял, блядь, что там? Доброе утро. Еда ты? Заново? Или чё? А, нет. Или... Что? Что это? Что это за... Йохан. Ху Йохан. Йохан, тут и ты? Приятель, на это приятно. Пристав! Что тут делает ингалятор Агаты? Ингалятор? Подожди, ты что, блядь, тогда шкаф не проверил, что ли? Когда тебе мать сказала, что... Брызуй, ты свинья ноте! А Йохан без тебя идет в школу! Подожди, Йохан? Ну, взял бы ингалятор с собой, дебил, блядь. Подождите, у меня кондиционер сбился, надо бы его поправить, а то холодновато становится. Он прям на меня дует, меня это бесит, раздражает, короче говоря. И вообще мне хочется еще ссать. Что за звуки? А я... Охана нет. Ну конечно, блядь, неудивительно. Чекаю его. Какой подожди ты, блядь, ты дурак или чё? Ты его в лесу оставил, а там кровь после него, дебил, блядь. Так ты его черти носе! Вот дебил. Можно он без меня пошел в школу? Курва, я опозднюю се. Давай, беги! Курва. Так. Сейчас направо, да? Нормально, чё. На... Я пожил в таком месте. Опять эта машина, блядь. Что это эта машина? Она очень подозрительная в раз... А там еще вторая такая? Что ты тут стоишь? Третья? Ебать, что-то машин много как-то стало теперь. Мне кажется, здесь кто-то похищает детей. Да и школа тоже такая, как бы, ну... Что это, блядь, такое? Просто маленькое здание какое-то. А ото и наш паяц, Еговен. Ишел и выйди нормально. Я, кстати, опоздун. В смысле? Пани клубника, извините за опозднение. Могете ли вы уйти? Что с тобой делать? До скорого, спасибо. Нет. Че? Че? Ты охерел? Мала ты есть им раз. Пани клубника, я есть седал на нечто. Мене болезливо. Че, блядь, пранк? Блядь, и весь пол засрал. Отира ты сам будешь. Марш в больничарный пункт. Будем о тебе обработать. Подожди, а что я сел? Че за хуйня? Что обработать? Мою жопу? А что случилось? Ако если мислил, что гвоздь в гузнете избави от казни, то если погрешил. Ты и днеш остаешь после уроков. Будешь стул отмывать. А я-то здесь, причем меня, разумеет. Блядь, пранканули. Причем здесь конечно, я. Конечно, можем настать к перекличке. Я виноват ага, теперь? Не. Ну и добро. Габриэла Дробная. Обде. Жируслав Иванов. Обде. Гюстас Клейн. Обде. Филиппе. Тут все есть ясно. Йохан Новак. Обде. Да они что, до ночи учатся? Зачем мне что за хрень вообще? Жирослав, ты где? Помоги! Блин, надо было Жирослава с собой брать. Ну. Жирослав, это ты пердишь? Что это сейчас было, блядь? Слышали? Кто пернул? Кто здесь? Ладно. Доберитесь до дома. Кто кашляет? Кто-то здесь. Да вроде никого. И машин ни одной. А, блять! Чё? Блять, что за... Блять! За мной кто-то идёт. Я не вижу себя! Меня кто-то преследует.
Где собаки? Ву, сука! Быстрее, быстрее! Или это мой дом? А, блядь! Это уже мой дом. Если то записка на столу? Ушла на ночную смену. Поросеночек. Ой, бля. Какая нахрен ночная смена, мать? Здесь маньяки обитают. И что мне теперь делать? Какого? Нет! Я предлагаю спрятаться в шкаф. Я тебя услышал. Под кровать. Блять. Под... Паня... Ну ладно, чё. Кто там? То есть мы? Что ебано ты тут делаешь? Я ясно затворил двери. Нас допустила твоя мама, доколь ты отсидел заключение. Приятель, здорова, хезго, кадавр, смотреть КСТА. А, завтра. Негатив, спасибо. Мы с мамой на тебя озлобились за вчерашнее. Что ебано? Ну, ты бегал и оставил нас обходить из всею. Чё? Бросил? Да я бежал к пани клубнике. Я ясно молил ей помогти, ale ona mě nevěřila i pokarati mene za prank. Za prank, který byl tvoje ideje. Da čemu ty, nám bylo zabavno. Aha, samo. Kakoj se za venzanjem šnurkov Agate. Ili mrtvoj krysoj na jejnoj partije. Nám bylo zabavno. Kamu nám? Nichira. Mně strašeny jsou tvoje pranky. One nesou směšné. Já nechču s tobom vyše prijateljovati. Ty jsi žestoký, i já padal i z tebe v běda. I vopče, kde je Agata? Ona je tu, drug. Čivo, blядь? Spusti nás. Čo za zvuk byl? My prinesli tvoje najľubie keksy. Klubničný. Mne kažeš, ty pizdíš. Kelu škatulu. Znak pomirenia. Nie, nie verím tebe. Ja ž mogu... Ты куда ты открыл-то, блядь? Где Агата? Ты если ли не слышал? Она и пошла посикать. Скоро ты ей увидишь. Посикать? Твое найлюбие клубничные кексы. Отвори и попробуй. Ага, понятно, очередной пранк, сука. Так, а можно я не буду? Можно я тебя просто нахуй пошлю? Бля, ну и зачем? Ну ладно, чё. Сейчас будет что-то, да? Сейчас что-то вылезет, скример будет. А, Бобр Курова вылезет. Что за хуйня? Что там было? А, блядь, что это за хуйня? Её голова вроде... Весею. Да ты шо, серьезно, блин? А я и не думал. Оля. Ну что сказать-то можно тут? Вот поиграли, ну это хотя бы у нас заработало. Хотя бы у нас игра работала, реально. 2 из 10? Да ладно, что-то вы жестко как-то.